Казани горит торговый центр «Порт». Огонь вспыхнул на первом этаже ТЦ. Площадь возгорания 200 квадратных метров. На месте ЧП 80 пожарных и 21 единица спецтехники. Из удымленного здания были эвакуированы десятки сотрудников и персонал торгового комплекса. По последним данным, существует угроза обрушения. Посевная кампания в Татарстане завершена. На подходе первый укос многолетних трав. Об этом сегодня в Доме правительства рассказал Марат Ахметов. Татарстанские аграрии вспахали и засеяли зерновыми и кормовыми культурами почти 3 миллиона гектаров. Меньше эмоций, но не меньше вопросов. В Казани сегодня последний день публичных слушаний по генплану города. Площадкой стала 140-я гимназия в Дербышках. На повестке – дорога через Салмычи, вопросы экологии, снос дачных домиков.